Привет! Мы пришли в аквапарк Мариот. Покупаем билеты, переодеваемся и пулей залетаем в теплую влажную среду аквапарка. Перед нами несколько этажей с плавательными бассейнами, гидромассажными ваннами и горками. Береговая линия, шезлонги, кафе, детская водная площадка. Температура воздуха плюс 30, температура воды плюс 30. Начинаем первый заплыв. Вода отличная. В главном бассейне совсем не глубоко, для взрослых даже, наверное, мелковато, но для детей раздолье. Идем дальше, исследовать бассейны. Тут вода еще теплее, глубина приблизительно 1,5 метра, и с разных сторон работают гидромассажные души. Очень приятно постоять, размять шею и спину, но для меня высоковато. Я нашла себе бурлилку по росту. Сижу, откисаю. Очень приятно. А малышня изо всех сил резвится. Они заняли не только детскую площадку, но и главный бассейн. Ребята ждут волны. Периодически в главном бассейне запускается генератор волн, и можно попрыгать на волнах. Не только детям это нравится, но взрослые тоже катаются на этом аттракционе. Волна пошла, бежим плескаться. Переходим к горкам. В аквапарке, помимо детских горок, есть целых 5 горок для взрослых. Часть из них даже убегает на улицу. А на некоторых горках, я вам скажу, действительно очень страшно. Поэтому я не особо фанат горок. Скатилась по разику с каждой и все. А вот моя сестра катается до беспамятства, в хорошем смысле слова. Горки горками, но аквапарк у многих ассоциируется с расслабляющим отдыхом. И для этого здесь есть самые лучшие термы в Москве. Тут вода гораздо теплее, чем в аквапарке. Но есть не только горячие, но и холодные ванны для контрастных процедур. Бани, парные, сауны, банные искусства разных народов мира, соленые комнаты и очень большой лабиринт, в котором так и тянет поиграть в салочки. Эх, были бы мы тут большой компанией, но ничего, и так хорошо. В лабиринте работает направленное течение, и иногда вода тебя просто выталкивает из него. На втором этаже есть горячие соленые бассейны с бурлилками. Тут можно так расслабиться, что недалеко и уснуть, чем многие тут и занимаются. Мы провели тут весь день, и вам советую прийти и испытать это самим. Оно того стоит.